Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Фил, и вчера мы с вами офигенно обкатали кастомку. Большое всем спасибо за участие в стриме, но сегодня не об этом. На ближайших выходных разработчики запускают очередную итерацию теста новой карты. Он начнется уже 11 мая в 5 часов утра по московскому времени и продлится до 14 мая 2 часов дня. В этот раз тест будет открыт для всех игроков Steam-версии игры. Это будет по-прежнему отдельный клиент с названием «Экспериментальный сервер». Если у вас уже установлен закрытый экспериментальный сервер, то новый клиент его просто заменит в вашей библиотеке Steam. Информация о конкретных изменениях и доработка появится в ближайшее время, и судя по комментариям комьюнити-менеджера на Reddit, изменения будут приличные. На данный момент разработчики определились с названием карты, произносится оно «Санок». Как они объясняют, произошло данное название опять же от вдохновения Юго-Восточной Азии, по смыслу оно состоит из двух. Первое – тайское слово «санюк», что в переводе означает «наслаждение», а второе – филиппинское «манок», оно переводится как «курица». Ну и в целом название «санок», как вы уже поняли, означает что-то типа наслаждения победой в PUBG, ну или курицей в жизни, кому как больше нравится. В релиз карту пообещали выпустить через несколько месяцев, но точной даты пока что нет. А вот для обладателей слабых компьютеров и тех людей, кто просто любит поиграть в PUBG через эмулятор, чтобы нагибать противников, играющих с телефона, Tencent сделала очень приятную вещь. Они выпустили специальный клиент для ПК, который полностью повторяет мобильную версию, но в отличие от нее поддерживает разрешение аж до 4К. Правда, сами разработчики не рекомендуют им пользоваться во избежание проблем с производительностью. Сделан данный проект ни в коем случае не для того, чтобы навредить игрокам, играющим с мобила, а как раз наоборот, чтобы уменьшить количество людей, играющих на эмуляторах и получающих преимущество над обычными игроками. По словам разработчиков, все игроки, играющие через ПК клиент мобильной версии, будут попадать в одну игру с такими же обладателями этого клиента. Лично на моем ПК ресурсов эта игрулька жрет в разы меньше, чем нормальный PUBG, поэтому для владельцев очень слабых ПК, думаю, это будет must-have. Конечно, графика и какая-то сверхплавность там вовсе отсутствует, но играть вполне можно. Какая-то базовая физика и управление полностью повторяют стандартный стимовский PUBG. Чтобы установить эту версию игры на свой ПК, надо просто зайти на официальный сайт и нажать кнопочку «Скачать», далее выполнить несложную установку клиента Tencent и самого PUBG, после чего останется только зайти в игру, создать персонажа, придумать ник и играть. Никаких регистраций там не надо, но если хотите сохранить аккаунт, можете привязать игру к Facebook, но это не обязательно. В общем, такие вот дела, друзья, всем спасибо за просмотр, желаю вам много топов, хорошего скилла, удачи и пока-пока!